Друзья, всем привет! Вот пришел домой, решил себе ужин приготовить. Вот пожарил себе яичницу, вот она сейчас жарится, скворчит. И буду сейчас кушать яичницу вот с такой вот аджикой. Вот такая вот аджика. Вот такая вот яичница. Вкусненькая, пахнет замечательно. Так, надо ее уже снять, надо. Она уже приготовилась. Сейчас, друзья, будем с вами кушать. Вот, друзья, положила себе яичницу в тарелочку. Вот так вот выглядит. Аджики сюда положила себе. Всем приятного аппетита, давайте кушать. Холостяцкий ужин. Времени готовить нету. Поэтому вот на ужин просто яичница с аджикой. Аджика такая перчёненькая, вообще очень и очень соленая. Но я яичницу не солил специально, потому что знал, что аджика соленая. Сегодня целый день с доченькой пробыл. Ну как, не целый день, она до 5 часов в садике была. А потом в 5 часов ее забрал. Завтра тоже она в садик пойдет, но завтра у них короткий день, предпраздничный день, где-то 3-4 часов они там в садике будут. Надо я 4 часа забрать буду. С аджикой вообще классная яичница, очень вкусно. На канале Жру.ру видел видео, где бросают вызов блогерам-обжорщикам, чтобы съесть целиком курицу. Вот я подумываю тоже над этим. Думаю, может принять вызов и тоже купить курицу-гриль и попробовать ее съесть целиком. Но я не знаю, смогу ли я ее осилить целиком или нет.
Но аджика, конечно, сильно соленая. Можно было бы не так много соли бросать в нее. Аджика называется вот так вот. Аджика грузинская. 170 грамм тут. Состав тут, конечно, вообще перец острый. Сейчас даже давайте я вам прочитаю состав. Вода, перец чили, кориандр, соль. Смесь пряностей, хмеля, сунели, чеснок. Не, ну такой состав нормальный. Состав довольно вкусный. Но она чересчур соленая. На мой вкус можно было поменьше соли. Хорошо, что вот я догадался, не посолил яичницу. А если бы еще яичницу посолил, вообще невозможно было бы есть. Да, такая термоядерная горчица. Очень острая и очень соленая. Ну, с яичницей именно вкусно сочетается. Друзья, вот видите, все скушал я. Ладно, друзья, всем счастливо, всем пока и до новых встреч.